Дорогие друзья, слава нашему Господу за эту прекрасную возможность в это субботнее утро приветствовать каждого из вас. И прежде чем мы обратимся к Господу в общей молитве, мы попросим нашу дорогую сестричку Анфису прославить нашего Господа. Пожалуйста. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите струны и орган. Хвалите море и река, хвалите горы и поля. Хвалите ветер и туман, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его. Хвалите небо и земля, хвалите солнце и луна. Хвалите ангелы Его, хвалите воинство Его. Хвалите небо и земля, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Бога. Хвалите суша и вода, хвалите бездна высота. Хвалите птицы облака, хвалите люди племена. Хвалите суша и вода, хвалите бездна высота. Хвалите птицы облака, хвалите Бога. Хвалите Его, хвалите, славу Царю несите, имя Его прославьте, Господа воспевайте. Хвалите Его, хвалите, славу Царю несите, имя Его прославьте, Господа воспевайте. Аминь. Аминь. Слава Господу за это прекрасное прославление. И прежде чем мы обратимся к Священному Писанию, чтобы нам исследовать вопрос об библейском остатке, который отмечает сам Бог, называя этот народ верным остатком, давайте вместе попросим Господа Его благословения. Пожалуйста. Добрый и любящий Господь, Творец неба и земли, мы предстали пред Тобой во имя Господа и Спасителя Иисуса Христа, чтобы прославить Тебя, поклониться пред Тобой, воздать Тебе честь, славу и благодарение, ибо Ты достоин всякой славы и поклонения во всякое время и на всяком месте. Ты сказал нам в лице Иисуса Христа, где двое и трое, там Ты, независимо от мнений людей. Мы собрались во имя Иисуса нашего Господа, чтобы прославить Тебя. Помоги нам это сделать Духом Святым. Прими слова благодарения, словословия и моления и пребудь на этом служении с нами Твоим присутствием, чтобы мы могли получать назидание и утешение в вере и, самое главное, всегда находиться под влиянием «Так говорит Господь, так написано». Благодарна Тебе за услышанную молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Дорогие друзья, мы говорили о том, что сегодня мы уделим тему, прежде чем мы продолжим исследовать историю Ильи, мы согласились рассмотреть с вами библейское значение остатка. Почему это важно? Потому что Бог сказал об Израиле, хотя бы Израиля было как песку на берегу морском, то что? Останется. Только остаток спасется. 9 глава послания к римлянам. Вообще Павел делает акцент на этом вопросе с 9 по 11 главу этого послания. Но тем не менее, несмотря на эти факты, то есть, или лучше сказать, на эти свидетельства об Израиле, которые служат образом,
образом для современного христианства. Сегодня христианство тоже как песку на берегу морском. Но могут ли они считать себя тем остатком, о котором говорит нам книга Откровения? Сегодня христианство пришло к логическому концу времени. Иисус, подняв руку к небу, клянется живущим во веки веков, что времени не будет. Поэтому книга Откровения жирным штрихом подчеркивает действие остатка, который выделяет Бог, а не человек. Ну, к примеру, сегодня, если вы спросите баптистов, вы остаток, что вам скажут? Конечно, только они. Православных спросите, католиков, адвентистов. Тем более. Только они и никто другой. Но мы не против. Но давайте Богу дадим возможность решать, кого он считает для себя верным остатком, а которые только топчут дворы. Если говорить языком книги Откровения, 11 глава. Поэтому смотрите, акцент сегодня стоит на том вопросе, который поднимает Библия. Кто же среди множества вероисповеданий в глазах неба является верным остатком? Возьмем модель Израиля. Перед первым пришествием Иисуса Израиль находится в римской оккупации, то есть в рабстве. И они ожидают Мессию, который, по словам пророков Ветхого Завета, придет и разрушит ярмо римлян. Но перед первым пришествием Иисуса приходит Иоанн по пророчеству в духе и в силе Ильи. И тем, кто ожидает освобождения от римского гнета и встречу с Мессией. Давайте посмотрим, что говорит Иоанн. Для этого у меня уже открыто. Откроем 3 главу Евангелия от Матфея. Нам интересны слова самого Иоанна Крестителя. Давайте прочитаем. Да, с 5 по 7 стих, пожалуйста. Не торопясь, спокойно читаем этот отрывок. Но, как всегда, вы будете читать, друзья. Пожалуйста. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и все окрестности Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Спасибо. Тогда весь Иерусалим был в ожидании. Они ожидают. И он приходит к ожидающему народу и говорит: «Порождение гадюк! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Но на то время, будьте уверены, руководители этого движения, фарисеи и саддукеи, были уверены в себе, что они остаток. Поэтому Иоанн, корректируя их мысль, говорит: «И не думайте говорить, что отец у вас Авраам. Бог может себе создать остаток из кого? Из камней». И тем более, в какое время Иоанн приходит и говорит эти речи? Давайте посмотрим первый стих, пожалуйста, 3 главы. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Интересно, в те дни. Можем ли мы определить, что имеет в виду апостол Матфей, когда говорит «в те дни», «в какие дни»? Для этого открываем Евангелие от Луки, Библия толкует Библию. Не надо придумывать, не надо что-то придумывать, дорогие друзья. Прочитаем 15 стих. «В какие дни»?
Третья глава Евангелия от Луки, 15 стих. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Все были в каком состоянии? В ожидании. Они ожидают пришествия Мессии. И это же хорошая аналогия. Иоанн пришел в духе и в силе Илии перед первым пришествием Мессии. А 144 тысячи в книге Откровения, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел, проповедуют трехангельскую весть в духе и в силе Илии перед вторым пришествием. Но давайте посмотрим, как об этом, так скажем, если говорить современным языком, задает тон. Какая проповедь должна быть перед вторым пришествием Иисуса, как об этом Господь говорит Иисус Христос. 23 глава Евангелия от Матфея, она предваряет описание второго пришествия Иисуса Христа, но перед этим Иисус, неоднократно обращаясь к книжникам и фарисеям, саддукеям, говорит: «Горе вам, книжники, фарисеи и саддукеи». Давайте посмотрим отрывок с 33 текста. Я прочитаю с вашего позволения. Пожалуйста. «Змеи, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену?» Посмотрите, что делает Иисус. Он повторяет то, что начал говорить Иоанн к ожидающему народу. Перед первым пришествием Мессии Иоанн сказал эти слова, и перед своим вторым пришествием Иисус говорит, обращаясь к ожидающему народу: «Как вы можете убежать осуждения в гиену?» И дальше смотрим с 34 текста. «Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить, в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». И дальше Господь, обращаясь к Иерусалиму, говорит в 37 тексте: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иисус неоднократно хотел собрать своих птенцов, остаток. Но этому противостояли книжники и фарисеи. Посмотрите, что делает Иисус. Это не праздные слова. Люди Библии прекрасно понимают, о чем говорит Иисус. «Сколько раз я хотел собрать». Если вы читаете все Священное Писание, то Бог неоднократно собирал свой верный народ. Но этот народ каждый раз был разогнан нечестивыми руководителями теократического общества, начиная, как сказал Господь, от Авеля праведного до священника Захарии, сына Варахина. Поэтому сегодня нам следует поговорить о том остатке, который представлен нам в книге Откровения, который ожидает Иисуса и следует за Агнецем, куда бы он ни пошел. И в отличие от всех минимальных христиан, которые пытаются доказать отдельными текстами, так скажем, ухищряясь искусными речами, что якобы они верны остаток.
Я бы вам сказал, дорогие друзья, нам не следует торопиться в этом вопросе, а дать Библии ответить на этот вопрос, кто является верным остатком, а кто только называет себя верным остатком, но Библия называет их порождение гадюк. Поэтому давайте сделаем небольшой обзор и откроем для начала Евангелие от Иоанна, 12 глава. Начало признаков появления верного остатка. 12 глава Евангелия от Иоанна, и мы прочитаем с 31 по 33 стих включительно. Пожалуйста, кто прочитает? «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Спасибо. Начало формирования верного остатка. Все внимание людей обращено к храму, который находился в Иерусалиме, и где приносились заместительные жертвоприношения, которые указывали на Иисуса. Но Иисус говорит: «Все эти жертвы указывают на меня. И когда я вознесен буду», это слово «всесожжение» – «Олла», «то я, говорит, всех привлеку к себе, всех тех, кто желает прославить Бога в духе и в истине». То есть Иисус начинает говорить о верном остатке, внимание которого будет обращено куда? К Иисусу в небесное святилище. И оказывается, 144 тысячи, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел, это исполнение слов кого? Иисуса. Они привлечены к Иисусу. Иисус говорит: «Сегодня суд миру сему. Князь века сего издан будет вон». И 144 тысячи, которые привлечены к Иисусу, проповедуют суд. Давайте откроем книгу Откровения. Нам интересна 14 глава. Здесь Бог называет их верным остатком. С 1 и по 5 стих давайте прочитаем, включительно, не выдирая текста из контекста, чтобы было понятно, о ком идет речь. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом, и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». Они не осквернились женами. У меня вопрос. Кого в книге Откровения представляют жены, не женщины? Церкви. Жены. Отступившие. Есть жена в 12 главе, которая облечена в солнце, под ногами ее луна и на голове венец из 12 звезд. Но эта жена гонима драконом в пустыню 1260 лет. А другая жена представлена в 17 главе, которая облечена уже не в солнце, а одета в порфиру и багрянец, и упоена кровью свидетелей Иисусовых. 12 глава описывает жену, гонимую драконом по пустыне, она облечена в праведность Иисуса, и
В пустыне она растворяется, на выходе остается только остаток в 17 тексте, в 12 главе. И с этим остатком, с прочими от семени ее, сатана вступает в брань. А 17 глава показывает, что осталось после этой брани. Что произошло с женою из 12 главы, которая была гонима в пустыню, а в 17 главе та же самая жена судима в пустыне, потому что ее там дракон не гонит, но она сидит на звере багряном, но при этом она уже упоена кровью свидетелей Иисусовых. Понимаете, как представлен в Библии остаток? Причем здесь какая-то религиозная организация? Есть люди, которые, несмотря на мнение других людей, следуют за Агнцем. Поэтому нужно внимательно посмотреть формирование этого остатка, который следует за Агнцем, который не говорит, что он следует за Агнцем. А Иисус говорит о них, что они следуют за Агнцем, что они непорочны пред сидящим на престоле, что они не осквернились женами. Поэтому мы, как думающий народ последнего времени, желающие отстаивать настоящую истину, должны базировать свою веру на чьих мнениях? На чьих? Может ли человек, какой бы он святой ни был, и как бы о нем хорошо ни говорили, заменить нам Слово Божье? Нет, конечно. Поэтому книга Откровения, давайте сделаем небольшой обзор. Вообще об этой теме говорить надо постоянно, что у Бога был, есть и будет верный остаток. Но когда мы говорим о верном остатке, о котором говорит Бог, мы не должны поддаваться на общую спекуляцию, вырывая отдельные тексты и говорить: вот видите, Бог обещал нас собрать. Если вы внимательно прочитаете Библию по этому вопросу от начала до конца, то Бог пообещал собрать свой верный остаток только на брачную вечерю, но не на земле, потому что это не помогает, и Бог не желает больше проливать кровь своих детей, потому что когда Бог посылал верный остаток в теократическое общество, что они делали с этим народом? Убивали. Бог не желает больше этого делать. Поэтому верный остаток сегодня, он именуется не по названию, а по характеру своих действий. В первой главе, давайте откроем первую главу книги Откровения. Давайте смотреть начало, так скажем, тех, кто помнит слова Иисуса, кто желает быть привлеченным, потому что 144 тысячи, они сразу не могли взойти на гору Сион. Это целый процесс. Вначале они должны услышать призыв, чтобы взойти на гору Сион и провозгласить весть суда. Все начинается с первой главы и будет изложено по порядку от начала до конца. В первом тексте мы читаем откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал онное, послав через ангела своему, рабу своему Иоанну. И во втором тексте давайте посмотрим, кем становится Иоанн. Второй стих первой главы. Который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Оказывается, когда Иоанн принял откровение Иисуса Христа, и то, что он видел, кем он стал? Свидетелем. Он стал свидетелем Иисуса, провозглашая Слово Божье. И в восьмом тексте смотрим, что с ним сделали за свидетельство Иисуса.
Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Посмотрите реакцию сатаны и тех, кто противится откровению Иисуса. Что они сделали с Иоанном за откровение? На Патмос заслали. И уже это должно свидетельствовать, что если человек будет проповедовать свидетельство об Иисусе, которое изложено в книге Откровения, то сатана терпеть не будет этих людей. Вторая и третья главы книги Откровения описывают серьезную деградацию христианских церквей. В Ефесе лжеапостолы есть, да. В Смирне училище сатаны, ну, синагога по-русски, да. Есть или нет? Есть. В Пергаме престол сатаны есть? Да. Есть. В Сардисе, в Фиатире у нас Иезавель проповедует с христианской кафедры. А что она проповедует? Глубины сатанистские. В Сардисе это проповедь, которая веет мертвечиной. Она приводит людей к смерти, но они говорят, что они живы. А Иисус говорит, нет, вы мертвы. Хотя, говорит, есть среди вас несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Вот видите остаток? И 144 тысячи не осквернили женами. Видите параллели между этими местами? В Филадельфии опять сборище сатанейское появляется, и Иисус говорит им, верному остатку, как ты сохранил слово мое в терпении, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную. А ангел Лаодикии ни в чем не имеет нужды. Вот нашему вниманию представлено библейское свидетельство о состоянии жен. Но в этих церквях есть люди, которые выдвинут уши и сделают вывод. Поэтому Иисус говорит, обращаясь к лаодикейцам, кто имеет уши, пусть слышат. И дальше нашему вниманию, те, кто услышал призыв, что ангел Лаодикии, нищ, слеп и наг, разве они могут слушать голос этого ангела? Нет, конечно. Могут или нет? Можно ли доверять слепому свое спасение? Иисус сказал, если слепой ведет слепого, то упадут в яму. Видите проблему? Поэтому Бог желает, чтобы мы были ведомы Иисусом. Поэтому давайте посмотрим, Лаодикия, она должна провозгласить весь суда. Но, посмотрите, сегодня именно Лаодикия называют себя адвентистское движение. Лаодикийское состояние, и обманывают народ, что им нужно пройти этот процесс. Потом будет у них якобы какое-то возрождение, преизлитие позднего дождя. Но излитие позднего дождя будет, знаете, для кого? Для того, кто следует за Агнецем, но не для ангела Лаодикии. Открываем книгу пророка Амоса. Латинское слово «ожидающий» – «адвентус», «ожидающий» – те, кто ожидает второго пришествия Иисуса. И для тех, кто не знает, еще добавлено слово «седьмой день», то есть ожидает второго пришествия Иисуса и чтит субботний день. Понятно слово «адвентус», только добавлено «седьмой день». Потому что со времени миллерита, то есть
начало миллеритского движения, который проповел второго пришествия Иисуса в Америке, все адвентисты, все ожидают второго пришествия. Только есть адвентисты первого дня, официально названы, есть адвентисты третьего дня, есть свободные, есть прогрессивные, есть истинные, есть верные, есть седьмого дня. Все адвентисты, то есть все ожидают. Смотрим, что говорит Амос в адрес таковых людей. Открываем пятую главу книги пророка Амоса, читаем 18 стих. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет». Спасибо. Горе кому? Ожидающим. Желающим и ожидающим. Горе. Но при этом, посмотрите, казалось бы, нельзя взять текст из контекста. Но у нас физически не хватает времени, чтобы поговорить о всей книге пророка Амоса. Но давайте посмотрим, что они делают, ожидая дня Господня. Нам интересен уже 21 стих, пожалуйста. Что они делают? «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обояю жертв во время торжественных собраний ваших». Вот это выражение «торжественных собраний ваших». В какой же день ожидающие назначают торжественные собрания? Седьмой. Что-то родное находите или нет? Или знакомое? Что они делают на этих торжественных собраниях? Смотрим, 6 глава, 5 стих. «Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид». Поют на торжественных собраниях. Сегодня поют ожидающие дня Господня. Вроде бы все правильно. Они назначают по субботам торжественные собрания, поют на этих собраниях и думают, как поют Давид. Но Давид, в отличие от этих кармелитян, Давид был гоним за настоящую истину, одержимым царем Саулом. Сегодня гонимы ожидающие дня Господня? Нет. Мы в книге Откровения увидим, что 144 тысячи, они гонимы не за фанатизм, а за прямое свидетельство книги Откровения. И гоним они именно теми, кто ожидает пришествия дня Господня, назначает торжественные собрания и поют по гусли, думая, что они поют как Давид. Более того, давайте откроем 4 главу книги пророка Амоса, прочитаем 4-5 стих. «Идите в Вифиль и грешите в Галгал, и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хоть через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог». Десятины приносят? Приносят. Добровольные приношения приносят? Приносят. А пророк говорит, поможет вам это или нет? Нет. Хоть каждые 3 дня, но не поможет. Он говорит это с сарказмом, высмеивает. Смотрите, немного ли совпадений сказаны в сторону одной деноминации последнего времени, которая стала впоследствии времени называть себя не церковью адвентистов седьмого дня, а всемирной корпорацией адвентистов седьмого дня. Немного ли свидетельств в пользу одной корпорации? Более того, в 9 главе, давайте я уже не буду открывать, 1-3 стих. Откуда начинается суд над ожидающими дня Господня, который назначают торжественные собрания,
поют, и при этом думают, они поют, как Давид, приносят десятины и приношения. Что с ними будет? Читаем 1-3 текст. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: удар в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом, не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись. Хотя бы они закрылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу, и возьму их. Хотя бы скрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их». Амос провозглашает суд над кем? Зажидающими. И у них есть симптомы. Десятина, торжественные собрания, песни. И смотрите при этом, когда Амос провозгласил суд, давайте посмотрим, как центральный офис реагирует на эту весть. Нам интересна 7 глава. Здесь описывается священник Амасия с 10 по 13 стих, читаем. «И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева, и земля не может терпеть всех слуг его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. И сказал Амасия Амосу: провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Спасибо. Что делал Амасия священник? Запретил пророку провозглашать суд. Сегодня как обстоит дело среди тех, кто ожидает Дня Господни? Я вам скажу только о себе. В течение 20 лет я слышал слова: «Тише, брат, об этом вопросе не надо здесь поднимать разговор». Я говорю про себя. То есть, если человек начинает провозглашать библейскую истину без фанатизма, то руководство, или лучше сказать, центральный офис этой организации реагирует негативно. Они желают запретить. Но Амос говорит, что всех таких постигнет суд. Если прочитать дальше 7 главу, которую только что мы читали. Поэтому Амос, давайте вернемся в 5 главу и прочитаем 4-5 стих, призывает ожидающий народ. Что он говорит? Пожалуйста, 5 глава, 4-5 стих. «И вот так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы, не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто». Спасибо. Взыщите кого? Господа. А люди в то время ищут централизованных мест поклонения. Сегодня люди ищут централизованного места, где было бы побольше людей, побольше музыки, побольше приношений и десятин. Я не говорю сегодня уже об этих библейских значениях Вифиль, Галгал и Версавия. Это культовые места поклонения. И Амос говорит: вы этих святых мест не ищите, а взыщите Господа. Почему? Давайте посмотрим, почему. Нам интересна 1 глава,
И с вашего позволения я прочитаю первый и второй тексты. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, который он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года пред землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». В 9 главе Бог говорит: даже если вы спрячетесь на вершине Кармила, на Кармеле очень легко спрятаться, потому что там самые высокие и пышные деревья в Израиле. Там Илия совершал служение. И для них это в памяти. Они искали убежище на Кармеле, но там спрятаться могли только самые богатые люди, потому что там живут до сегодняшнего дня самые богатые слои израильского населения. И Амос, смотрите, что он говорит: «Господь возгремит Сиона». А что такое Сион? Гора. В пустыне. Вы понимаете географически, как все расположено? Суд происходит оттуда, где нету негде прятаться, только если взойти на гору Сион. Поэтому 144 тысячи стоят где? На горе Сионе, и следует за Агнецем и провозглашает суд над вступившим христианством, которые стали богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды, как кармелитяне. И Бог говорит: зачем вам этот день? Это не день света, это день тьмы и мрака. И призывает: взыщите Господа. И вот книга Откровений, если вернуться, показывает, как остаток, который желает быть привлеченным к Богу благодаря молитвам Иисуса, из 12 главы Евангелия от Иоанна, который сказал: когда Иисус вознесен будет, всех привлечет к себе, книга Откровения подробно описывает. Во-первых, призыв, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать, что произойдет с христианским обществом. В то же самое время Иоанн говорит: «Я за это свидетельство был сослан на остров Патмос, потому что я показал великое отступление. Я рассказал то, что я видел. Я являюсь свидетельством Иисуса, несущий Слово Божье, но посмотрите, говорит, что они со мной сделали». Поэтому дальше будет описываться верный остаток, который, подобно Иоанну, будет страдать за Слово Божье, и не только, и за свидетельство Иисуса. Поэтому 4 глава начинается словами: «После сего я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, подобно трубному, сказал: „Взойди сюда“». Прежний голос, подобно трубному. В первой главе Иисус говорит трубным голосом, провозглашая день очищения, потому что он одет был в падеру, длинная льняная одежда. В такую одежду один раз в год одевался первосвященник на день Йом-Кипур. И первое, что делал первосвященник в земном святилище, он не мог приступить к служению до тех пор, пока не поправит свет золотого семисвечника, миноры. Поэтому Иисус в первую очередь поправляет свет семисвечника, который символизирует 7 церквей. Он поправляет их духовное состояние, но во второй и в третьей главе мы видим деградацию духовного состояния христианского общества. Но есть люди, которые выдвинут уши, и мы видим в 4 главе Откровения, Иисус подходит
к сидящему на престоле и берет свиток нашего искупления. И те, кто обратился к Иисусу, помни его слова, в 12 главе Евангелия от Иоанна, смотрим, что они говорят в 5 главе с 8 по 10 стих. Пожалуйста, кто прочитает? Книга Откровения, я имею в виду, 5 глава. Но 4 и 5 глава, друзья, отдельно не считаются в книге Откровения. Это единое целое, одно видение. Там нету разделения глав. С 8 по 10 стих. И когда он взял книгу, тогда 4 живые существа и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Спасибо. Откуда они искуплены? Из всякого колена, языка и народа и племени. И самое главное, посмотрите, они наследовали наследие Израиля, который отказался от священства. Бог им сказал: если будете соблюдать мои слова, ходить по моим постановлениям, дома можете прочитать 19 главу книги Исход, 6 стих, то будете у меня царством священников и народом святым. Но в связи с деградацией духовного состояния ветхозаветного Израиля Бог не отказывается от своих желаний. Он образовывает священство из людей, молитвы которых обращены к Иисусу, как к небесному первосвященнику. И Петр говорит: весь искупленный народ называет, вы царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. И у меня, как у простого человека, вопрос, небезосновательный. Если весь народ является царством священников, то как в христианстве могло получиться? Одни люди получают зарплату, как священники, каждый месяц, а другие священники платят им эту зарплату. Как это могло произойти? Как? Поэтому все эти моменты для нас очень важны. И те, кто возносят молитвы к Иисусу, они говорят Богу: мы будем, это залог будущего времени, мы будем царствовать на земле, на новой земле, где нету ни греха и ни грешника. Это будет после Гога и Магога. Это важно, будем. Потому что перед Гогом и Магогом никто не царствует, будет суд в течение 1000 лет. Происходит битва, искупленный народ в этом не участвует. Мы только смотрим из города Иерусалима глазами своими, но к нам они не приблизятся. И когда они пожелают во главе с сатаной напасть на этот город, не спадет на них огонь от Господа, как на Содом и Гоморру. Поэтому здесь, в 4 и 5 главе, люди представлены, которые обращены к Иисусу, их внимание сконцентрировано на Иисусе. И если мы прекрасно понимаем, что первосвященник-то находится на небе, то мы, священники, находящиеся на земле, мы должны следовать за кем? За Иисусом. Что, как за первосвященником? Потому что первая глава описывает начало дня очищения. И книга Откровения описывает процесс очищения Божьего народа. Но
Дальше нам встречается выражение, что все небо и искупленный народ поклоняются Богу и Агнецу. То есть этот народ, это судьбоносный вопрос, поклоняется только сидящему на престоле и Агнецу. И мы должны понять из книги Откровения, что остаток, который благоговейно относится к ангелу, который, через которого Бог дает это откровение, потому что Иисус послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Когда Иоанн увидел и услышал, он хотел поклониться ангелу. Хотел? Но сам ангел, как творение Божие, говорит, ты этого не делай. А Иисус этого не говорит. Когда Иоанн пал как мертвый к ногам Иисуса, Иисус положил на него руку свою и сказал, не бойся. То есть Иисус не отказался от поклонения. Он действительно достоин чести, славы и поклонения точно так же, как сидящий на престоле. Вот эти фрагменты отчасти помогают нам понять характер верного остатка, который не сам себя называет остатком. Иисус называет тех людей остатком, которые следуют за Ним, а раз этот народ следует за Иисусом, они делают все то, что написано они в книге Откровения. Евангелие приняло все христианство, а приняли они книгу Откровения, которая показывает, чему надлежит быть вскоре. Поэтому 6 глава – это как бы вставка. Но как это объяснить? То есть 7 печатей Бог показывает, что будет с теми людьми, которые примут свидетельство Иисуса. Первая печать нам описывает всадника, сидящего на белом коне, на голове его золотой венец, но венец греческое Стефанос, победитель, он выходит победоносно, ну, у нас слово «как» вставлено, оно в греческом тексте нету, не выходит «как» победоносный, он выходит победоносный, и он как бы подчеркивает греческим активным глаголом будущее, залогом будущего времени, чтобы победить, чтобы завершить победу. Но если вы люди Библии, дорогие друзья, и те, кто смотрит нас в эфире, мы должны понять, что Иисус выходит победоносным. Он сказал, как я победил и сел с Отцом моим на престоле моем. И нас, говорит, побеждающий наследует все. Остаток должен повторить победу Иисуса. Это остаток, не тот остаток, который назвал сам себя остатком. Сегодня можно себя назвать как угодно. Нам важно, как Бог называет нас сегодня, где бы мы ни находились. Иисус начал победу и завершит ее в 19 главе. Те, кто не принял свидетельство Иисуса, в 19 главе с 13 текста он выходит, чтобы завершить эту победу и уничтожить всех тех, кто не принял свидетельство Иисуса. И вот здесь в печатях очень подробно описывается великое противодействие вести, победоносные вести Иисуса, победоносному свидетельству Иисуса, потому что Бог дал откровение Иисусу, чтобы показать нам, чему надлежит быть вскоре. И все, кто принял это откровение, становятся свидетелями Иисуса. А ангел говорит, я сотрудник тебе и братьям твоим, как и ты, имеющим свидетельство Иисуса. Я не буду забегать наперед, я потом скажу добавочное выражение, потому что свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Ну, немного отступлю, вы меня, пожалуйста, извините. Однажды получилось так. Когда я еще проповедовал, как я верил в церкви, но она уже была корпорация,
Но у меня было так, мы же ездили по, не только по России, по некоторым странам. В Украине в воскресенье нас пригласили проповедовать в Центральную церковь. Там есть город, так, сейчас вспоминаю. Немценск. Я забыл, где огурцы растут. Нежин. Во. В Нежине, в Центральную церковь баптисты пригласили проповедовать в воскресенье. Ну и некоторые до сих пор думают, вот раз я был у баптистов, то значит я баптист. Раз я там был у кого-то, значит я тот. Так я у католиков проповедовал, и что? Я же не сидел там на их лавке-то. Я свидетельствовал им с кафедры, они сами мне дали кафедру. И когда я им рассказал немного по книге Даниила, ну, конечно, я не буду там эти дифирамбы петь, тем более самому себе, мне задали вопрос, а как вы относитесь к книге Откровений? Я говорю, с великим удовольствием. Только, говорю, мне много вещей в ней непонятны. И они говорят, нам бы хотелось знать, что же такое свидетельство Иисусова, есть дух пророчества. Ну, вы знаете, я, не думая, хотел сказать это Елена Вайт. Но меня кто-то прям вот сдержал. И я представил потом реакцию, ляпни я этой аудитории, дух пророчества – это Елена Вайт. Вот эти несчастные 700 человек, которые там сидели, это перечеркнуло бы все свидетельство, которое они услышали из книги пророка Даниила. Вы понимаете? Елена Вайт, мы не против, но нельзя пользоваться библейскими текстами и, так скажем, сводить эти свидетельства на нет. Мы должны понять, что означает такое в Библии дух пророчества. И мы этого коснемся сегодня кратко, чтобы нам раз и навсегда уяснить этот вопрос. Но сегодня мы вернемся в печати, первая печать. Это свидетельство Иисуса. Оно выходит победоносным. И чтобы дается гарантия, чтобы завершить эту победу. И задается негласный вопрос, а где будут все деноминации, когда Иисус со своим свидетельством завершит победу? Одни люди находятся, принявшие это свидетельство, на брачной вечере, а те, кто противостоял свидетельству, подобно Амасии во время пророка Амоса, где будут? Точно там же, где и Амасия. Понимаете? Сегодня выбор за нами. Вторая печать – это сопротивление этому свидетельству в виде большого меча. Третья печать – духовный голод. А четвертая печать – объединение нечестивых. Меч, голод. И добавлено моровые язвы и звери земные. Они направлены против тех, кто принял свидетельство Иисуса Христа. И это приводит к великой скорби. И пятая печать описывает вопль убиенных. Давайте откроем шестую главу пятой печати. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. За что они были убиты? За свидетельство Иисуса. За свидетельство. За слово Божье, подобно Иоанну. Иоанн был сослан на Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. Те, кто является верным остатком, приняли книгу Откровения,
И Бог их рассматривает, что они становятся свидетелями Иисуса, провозглашающие Слово Божье, чтобы засвидетельствовать этому миру, чему надлежит быть вскоре. Я имею в виду христианскому миру, который называет себя христианами. Но как христианство встретило это свидетельство? Мечом, голодом и моровой язвой. Посмотрите, в четвертой печати объединены все силы зла. Потому что вторая печать – только меч, в третьей печати – голод, а в четвертой печати объединены меч, голод, добавлено моровые язвы и звери земные. Заметили? Да. То есть объединение зла нечестивых против свидетелей Иисусовых. А пятая печать – это пик, вопль убиенных за Слово Божье и за свидетельство. И очень интересный момент. Иисус говорит: «Потерпите еще малое время, доколе и братья ваши, и сотрудники ваши, как и вы, дополнят число». Ну, дополнить число, чтобы было понятно, будут завершены, то есть будут совершенны, придут к совершенству, как и вы. Я не буду комментировать этого греческого выражения, потому что на это надо время. Я просто напомню, когда Павел обращается в послании к христианам, обращенным из иудаизма, послание к евреям в русской Библии, то в 11 главе он представляет историю героев веры, насколько я помню. И в конце этой главы этих людей, говорит, весь мир был недостоин, которые были побиваемы, перепиливаемы, гонимы в болезнях, в нужде, в холоде, скитались в мелотах, жили в пещерах. Весь мир не был достоин. И самое главное, они не получили обещанного. Почему? Потому что Господь усмотрел о нас с вами, друзья, нечто лучшее, чтобы они не без нас, чего они не достигли совершенства. То есть мы должны дополнить число. Кстати говоря, в послании к римлянам Павел объясняет эту дисциплину, что ожесточение в Израиле произошло до времени, доколе полное число язычников не дополнит число. Есть такое выражение или нет? Есть. Молчите, значит, надо читать. Открываем послание к римлянам. Просто я не планировал озвучить этого текста, но раз касается этого вопроса, то пожалуйста. Я же не претендую, что мы должны знать наизусть всю Библию, но тем не менее мы должны некоторые вещи для себя четко уяснить. Да. Давайте прочитаем 11 главу, 25 стих, пожалуйста, послание к римлянам, 11 глава. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Похоже или нет? Да. «Доколе не войдет полное число язычников». Посмотрите, чтобы мы видели всю библейскую картину Откровения Нового Завета. В пятой печати описывается результат действий нечестивого альянса, который объединяется против первой печати. Меч, голод. И в четвертой печати объединяется меч, голод, моровые язвы и добавлено звери земные. Это
консолидация нечестивых приведет верный остаток великой скорби, о которой сказал Иисус в Евангелии от Матфея в 24 главе. И тогда будет великая скорбь, и если бы Бог не сократил того времени, не спаслась бы никакая плоть. Помните? И здесь же Иисус во время великой скорби говорит верному остатку: подождите еще малое время. У меня, говорит, есть люди, которые должны прийти к совершенству, как и вы, потому что все, кто убит за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, они еще не имеют количественной полноты, поэтому у Бога все подсчитано. Полное число представлено нам в 144 тысяч. Это божественная полнота, к которой нечего добавить и нечего убавить. Не нужно считать народ, не нужно плакать, если мы порой собираемся по 10 человек, по 20, по 30, по двое. Ведь Иисус сказал, где двое и трое, там что? А мне сегодня хотят сбить. Нет, ты должен быть в церкви. А Иисус говорит, где только захотите. Вы, говорит, выбираете место, где бы вы ни собрались. Во имя Иисуса, там Иисус. А мне сегодня хотят внушить, если ты не ходишь в православную церковь, это проблема. Если ты не ходишь в католическую церковь, это тоже проблема. Если ты не ходишь к баптистам, это тоже проблема. И пошло к адвентистам, к пресвитерианам. Как быть? А Иисус говорит, где двое и трое, там что? Там и я сойдёшь. Видите, при чем здесь конфессии? Вы можете назвать себя как угодно. Я Павлов, я Аполосов. Но Павел говорит, кто такой Павел? Кто такой Аполос? Мы, говорит, Христовы. Надо избавляться, дорогие друзья, от этих мирских шаблонов. Есть библейская практика. Бог будет нас спасать, и Он говорит, не бойтесь их. Они не боги. Даже если они назвали себя пророками, они не боги. Поэтому книга Откровения начинается словами о свидетельстве Иисуса и заканчивается, кто добавит к этому свидетельству или убавит. А сегодня христиане сколько книг написали? Сколько правил? В какую одежду надо одеваться? Как разговаривать? Как в субботу проводить время? Как служить Богу? А что, книги Откровения недостаточно? Что, Библии недостаточно как руководство? Поэтому еще раз скажу, дорогие друзья, против свидетельства Иисусова обрушился весь отступивший протестантизм. Его объединяет возле себя четвертая печать. Это Римо-католическая церковь, которая приведет верный остаток великой скорби. И Иисус говорит, подождите еще малое время. И сразу после великой скорби, как и в 24 главе Евангелия от Матфея, вдруг после скорби дней тех увидите знамение Сына Человеческого. Солнце померкнет, луна не даст света своего. Точно так же шестая печать. Поэтому печати, так скажем, шестая печать заканчивается вопросом неба. Кто же устоит? И называете себя остатком, не называете. Это не аргумент. Библия говорит, только запечатленные, потому что Бог говорит, еще должны дополнить число, как и вы. Иисус сказал, что теократическое общество проливало кровь от Авеля до Захарии, сына Варахиина. Помните? Ничего не изменилось.
В Новом Завете христианство, которое всегда, так скажем, критикует ортодоксальный иудаизм, делает то же самое. Поэтому в Лаодикии они и названы нищие, слепые и наги. Они говорят: Господи, это кто угодно, только не мы. Мы не можем участвовать в пролитии крови. Они же Иисусу говорили такие слова. И когда Иисус говорит: горе вам, книжники и фарисеи, что вы строите гробницы пророкам, и говорите: если мы были бы во дни отцов наших, то мы бы не были соучастниками их. Помните эти слова? А Иисус говорит: вы сами против себя свидетельствуете. Вы называете себя детьми убийц. Вы становитесь соучастниками убийц. Они, говорит, пролили кровь пророков, а вы, говорит, только украшаете гробницу. Но при этом вы считаете себя детьми этих убийц. Это же отличная аргументация для народа последнего времени. Чьи мы дети? Чье поведение мы повторяем? Поэтому слава Господу, что у нас один Отец на небе и один Господь. И посмотрите, 7 глава книги Откровения описывает, как дополняется число, запечатление происходит. От по 12 тысяч от каждого колена Израиля, да? Ответ на вопрос, кто может устоять. И вдруг 9 стих, давайте откроем 7 главу и посмотрим 9 текст. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Спасибо. Видите, как они дополняют израильский народ? Иоанн иудей, и вы его не перестроите. И он прекрасно понимает, о чем он говорит. Павел говорит, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. Чтобы язычники что сделали? Дополнили число. В книге Откровения мы видим этот процесс. 12 тысяч от одного колена Израиля, от другого 12 по 12. А потом великое число из каждого народа, племени и языка. Дополнили число или нет? Но число не объявлено. И если умножить 12 на 12 тысяч, мы получаем символическое число 144 тысячи. Вот эти люди начинают провозглашать трехангельскую весть. Это как-то нам помогает понять миссию остатка Нового Завета. И мне трудно понять, или лучше сказать, я сегодня не могу увидеть, чтобы в адвентизме, который называет себя верным остатком, присутствовало столько много обращенных из иудаизма, речь о которых идет в 7 главе книги Откровения. В Израиле 6 адвентистов. Как вам такое? Я имею в виду в столице. Может, где-то на периферии, да, хотя маловероятно. 6 адвентистов, и то еще с ними надо работать. Когда мы читаем книгу Откровения, становится все предельно понятно. В 8 главе за этот остаток, кстати говоря, запечатленные пришли к Богу. Давайте посмотрим. Ангел, один из старцев, спрашивает Иоанна: а кто эти люди? Откуда пришли? По-моему, 13 стих нам надо посмотреть. «И начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? И дальше говорит: это те, которые пришли. Я сказала ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби,
они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Они пришли от великой скорби. Они пришли во время пятой печати. Они пришли к Богу, когда видели, что за свидетельство Иисуса проливалась кровь святых. Они дополнили число, потому что при пятой печати мученики, которые пострадали за свидетельство Иисуса до великой скорби, они взывали к Богу: «Доколе, Владыка, святой и истинный, не мстишь и не судишь за кровь нашу?» Здесь же нашему вниманию дан ответ. Кто это? Они пришли к Богу от великой скорби. Они искали защиты, лучше сказать, у Бога во время великой скорби. И поэтому Бог берет на себя ответственность за наше очищение. Люди проклинают за то, что мы несем свидетельство Иисуса, книгу Откровения. А Бог что делает? Благословляет за таких людей в 8 главе. Первосвященник ходатайствует за свой народ возле золотого жертвенника. В 9 главе, в 4 тексте, эти люди имеют знак на челе. Пожалуйста, 4 стих 9 главы. Нам ничего не может повредить никакая лжепроповедь, подобно яду змеи и скорпиону. Пожалуйста, кто прочитает? И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Верно, остаток защищен Богом чем? Печатью. Если человек только соблюдает субботу, это может говорить о том, что и он имеет печать Божью? Нет. Только субботу. Оказывается, видите, самое главное, суббота важна, как знак божественного творения. Но только суббота не способна спасти, как это было с иудаизмом. И здесь искупленный народ, остаток, представлен в виде зелени и деревьев, да? А суд начался с кого? Первая труба, пожалуйста. На кого она обрушивается? Прочитайте, первая труба, какой стих только скажите. 8 глава, первая труба. С какого текста первая труба? Вот за тех, кто не ходат, за кого не ходатайствует Иисус, что с ними будет? Какой стих? Нам нужно. Седьмой? Хорошо. Седьмой стих. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешался с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. А при в 9 главе с этой травой и зеленью ничего не происходит. При первой трубе Израиль представлен в символе зеленеющих дерев и зеленые травы, сгорают, потому что отказались от свидетельства Иисуса. Поэтому для Иоанна эта символика не проблема. Израиль представлен как ветвистый виноград, зеленеющее дерево, неоднократно в пророчествах. Иисус говорит о себе: если с зеленеющим деревом это делали, то с сухим что будет? Помните? Да. Он проклял смоковницу, которая символизировала на кого? Кого? Весь Израиль, который не принес плода в свое время. Поэтому при первой трубе Израиль, который не принял Иисуса как своего первосвященника, начинается суд. Но есть новозаветный Израиль, он тоже представлен в символе травы и зеленых деревьев. Вот им, говорит, этому остатку, который произошел, не делай вреда. Я хочу, чтобы мы видели
весть, так скажем, весть, которую Бог адресует в книге Откровения, если мы с вами провозглашаем эту весть, то ни одно ложное учение, которое в Откровении представлено в виде змей и скорпионов, не может нам навредить. В 10 главе верный остаток получает особое поручение взять маленькую книжку, которую имеет Иисус Христос, потому что Он имеет над собой символ радуги, символ договора, символ Нового Завета. И люди Нового Завета, то есть особый остаток, должен взять книгу и что сделать? Съесть ее. Оказывается, книга Откровения – это особый дар для народа последнего времени. И если вы зададитесь вопросу, то Иоанн отличает слово «книга». Ну, в книге Откровения есть книга в руках у сидящего. Это большая книга «Библиос». А в 10 главе Иисус имеет маленькую книжку. То есть из всей Библии какая-то особая часть, которая должна быть проповедана для всех народов, племен, царей и языков. Но когда Иоанн съел эту книгу, то с ним произошло то, что произошло с пророком Езекиилем. Внутри-то было сладко, а в устах горько, потому что это свидетельство христиане, подобно древним иудеям, воспринимают в штыки. Им сегодня нужно мир и безопасность. Вы верный остаток, Бог вас любит. Слава Господу, что вы приносите десятины и приношения. Читайте внимательно, друзья. И вы увидите, что Бог все это осуждает, что это обман. В книге Откровения нам представлена другая картина. Мы призваны следовать не за корпорацией, не за организацией, а за Иисусом. И для нас должен быть авторитетным голосом. Так говорит Господь, так написано в 11 главе. Появляются два свидетеля. Они обличены в нашем тексте во вретище и проповедуют 42 месяца на улицах великого города, который духовно назван Содом и Египтом, где и Господь наш распят. Господь не был распят ни в Содоме, ни в Египте. Израиль духовно назван каким городом? Содомом. И неверным Египтом, который говорит: «Я не знаю, кто такой Бог». Видите? И два свидетеля, облеченные, как бы не было парадоксально, в одежду Илии. И как их встретили? Они были убиты на улице великого города. А убиты кем? Во втором тексте обозначено. Теми, кто топчет дворы. Разве так не было в Израиле? Помните первую главу книги пророка Исаии? «Князья Содомские и Гоморские, кто позвал вас сюда в субботу топтать мои дворы?» Есть такое или нет? Да. Видите, как Иоанн связывает все эти типологии и показывает, что ничего нового под солнцем. Только меняется культура, но характер сатаны не меняется. Нам открыто не только действие Иисуса в небесном святилище, но и действие сатаны, который будет проявлять себя очень кровожадным и хитрым матерым образом через отступников. Они будут прикрываться христианством, а в конечном итоге будут делать все от себя возможное, чтобы избавиться от голоса Божьего.
Им нужно только лестное и приятное. Поэтому 12 глава описывает жену, возвращает нас в историю, которая облечена в солнце, под ногами луна и на голове 12 звезд. И возле нее появляется сам сатана, который желает лишить жену важной силы Иисуса. Всяческим образом сегодня Иисус представлен в любой форме, но только не истинный Бог и жизнь вечная, который явился во плоти. Понимаете? Сатана желает всячески обезглавить христианство. Если Иисус не является истинным Богом, то в какого же Иисуса верили апостолы? За что гнали Павла? Я представляю, ему не просто было сказать, и беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Представьте, когда иудеи слушают это свидетельство. Павел говорит, ну если бы я им сегодня свидетельствовал об обрезании, разве бы мне гнали? Ну раз я им свидетельствую об Иисусе, кто он? Что с ним делали? И Иоанн говорит, что Иисус является не только Сыном Божьим, он является истинным Богом и жизнью вечной. И кто этого не принимает, тот, говорит, антихрист. И он ведом духом антихриста. Поэтому сатана в 12 главе, он ополчился против свидетелей, которые были в первоапостольской церкви. Он начинает гнать первоапостольскую церковь в 12 главе. Мы видим дальше, Бог помогает этой жене укрыться в земле под названием Америка. А с остальными, что он делает? 17 стих, давайте прочитаем, 12 главы. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Видите, кто его беспокоит? Его беспокоят те люди, которые приняли книгу Откровения, подобно Иоанну, подобно Антипе из второй главы книги Откровения, подобно тем мученикам, которые вопиют к Богу от жертвенника, те, которые пришли к Богу от великой скорби, за тех, кто Бог ходатайствует возле золотого жертвенника, те, кто запечатлен Богом. Его интересуют только эти люди. Вы мне скажите, когда-нибудь в истории адвентизм был гоним? Русский, американский, польский, бельгийский, какой угодно? Не был. А почему же книга Откровения полна свидетельств, как только человек говорит среди теократического общества о свидетельстве Иисуса, сразу оппозиция? Почему в адвентизме нету этой оппозиции? Они же называют себя ожидающим. Потому что там ложь и обман, там десятины, Дух Святой за Бога почитают. Потому что они не открывают рта в пользу свидетельства Иисуса. Начало пути, которые они начали, не является залогом их конца. Будь верен до конца, до смерти, и только тогда дам тебе венец жизни. Есть такие слова? То, что делали в начале этого движения, или примерно Авраам сохранил верность Богу, но это никак его верность не может повлиять на спасение его потомков. Бог говорит, у тебя потомков будет, как звезд на небе и как песку на берегу морском. Но Исаия говорит, даже если бы их было столько, только остаток. Потомков-то много, а последователей мало. Не нужно путать и не нужно обманывать себя обманчивыми речами.
раз я хожу в ту или иную деноминацию, я спасен. Вот этого мы делать не будем. Поэтому 12 глава описывает нам остаток, и они гонимы драконом, и дракон вступает в брань с прочими от семени ее, а 13 глава описывает подетально, в чем суть этой брани. Если внимательно прочитать с 1 по 10 стих, то сатана дает власть римо-католической системе средних веков вести себя точно так же, как и Бог. Во-первых, ему передана престол, сила и власть. Как Иисусу Бог передал престол, силу и власть, помните? Иисусу была нанесена смертельная рана, но он жив. Римо-католической системе в средние века тоже была нанесена смертельная рана, но он воскрес. Когда Иисус воскрес, многие удивились. Когда папство появляется, многие дивятся. За Иисусом последовали, здесь за зверем последовали. А с 11 текста описывается зверь, выходящий из земли. Книга Откровения не будет открыта людям, которые читают все на скаку. Вопрос, из какой земли? Именно эта земля в 12 главе помогла жене убежать от преследования дракона. Вначале этот зверь имеет два рога, подобные агничьим. И если изучать грамматику греческого текста, то он говорит, вначале они имеют вид подобно христианам, а в конечном итоге будут говорить как дракон и узаконивать римо-католическую систему, зализывая смертельную рану, чтобы он сел в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Понятная идея? Но есть верный остаток, который описан в 8 тексте. Пожалуйста. 13 глава. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Значит, кто-то записан, если мы записаны в книге жизни у Агнеца, он знает каждого своего дитя, кто как относится к его откровению. Если мы не записаны, хочешь не хочешь, поклоняемся зверю. То есть остаток представлен, поэтому 144 тысячи, которые записаны в книге жизни у Агнеца, следует не за зверем, а за Агнецем. И посмотрите, как встретит их отступивший протестантизм во главе с папством, пожалуйста. Как они примут эту весть? 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Вы слышите вот этот знакомый голос? Да. Заповеди, веру в Иисуса, Слово Божье, свидетельство Иисуса. То есть, кто проповедует трехангельскую весть, они имеют этот дар. Откровение Иисуса Христа и Слово Божье. И мы видим, как теократическое общество, которое, поклоняясь зверю и воздают славу как Богу, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним. Ведь Иоанн иудей, он человек Библии. И когда он пишет эти слова, ему страшно, потому что эти слова достоин слышать только Бог. И все люди, которые верят в Бога, говорят: «Боже, кто подобен тебе? И какой пастор может сразиться с тобой?» Есть такие слова или нет? Обманутые сатаной люди прославляют зверя и воздают ему славу как Богу. Поэтому 144 тысячи, они протестуют и говорят: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, а не зверю». И мы видим весь отступивший альянс против трехангельской вести.
Поэтому Иисус говорит: «Блажен умирающий в Господе, потому что вы дополняете число совершенных». Мы, проповедуя Евангелие, не подстраиваем Евангелие. Мы проповедуем Евангелие, а, так скажем, результаты, что будет с этим Евангелием и с теми, кто проповедует это Евангелие, нужно доверить Богу. А сегодня люди, проповедуя Евангелие, думают, чтобы проповедь Евангелия никак не отразилась на их экономике, на их семейном благополучии. Вы понимаете разницу? Люди не хотят страдать за Евангелие. Поэтому я говорю, адвентизм хоть раз страдал за трехангельскую весть? Это проблема. А нам книга Откровения описывает другую ситуацию, что те, кто вместо них проповедует трехангельскую весть, гонимо ими. Видите вопрос, как стоит? Поэтому в 15 главе остаток представлен, который стоит на стеклянном море. Это символ нашего очищения, но это море, смешанное с огнем. Те, кто гнал очищенный народ, который был очищен через Слово Божье, всех постигнет огонь. И давайте посмотрим суд над блудницей. Почему будет Бог суд совершать над блудницей? 17 глава. Нам интересен 6 стих. Да. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим». Мы тоже удивляемся, как христианство гонит христиан. Ангел говорит Иоанну: «А что ты дивишься?» Исаия тоже дивился, когда видел, как сделалась блудница. Он Израиль называет женщиной. Как Израиль сделался Израиль, Иерусалим – это женский род. Блудницу, верная столица, где обитала правда, а теперь убийцы. Видите, как это типологически переходит из одного времени в другое? Ангел говорит Иоанну: «Что ты дивишься? Ты же сам находишься за свидетельство Иисуса где?» На острове. «А что нового под солнцем?» Поэтому в 18 главе описывается суд. Мы видим, что иной ангел сходит с неба в первом тексте, и дальше он говорит народу: «Выйди от нее, народ мой». И вот для этого отрывка. Сегодня столько тем, только бы лишь бы не представить свою деноминацию, что кому-то Бог говорит выйти из их деноминации. Откуда угодно, адвентисты говорят, откуда угодно, все Вавилон, только не мы. Баптисты то же самое. Откуда же нам нужно выйти? Если сегодня я конкретно задам мне больной вопрос об адвентизме, потому что мне там дурили 20 лет голову. Есть ли там элементы Вавилона? Есть, конечно. Ну вот посмотрите. Соблюдающие заповеди Божьи – это характеристика верного остатка. Заповеди Божьи и свидетельство Иисуса. Вроде бы все это есть. Ну а как быть с первой заповедью? Нарушают. Поклоняются Святому Духу, как Богу. Третьему Богу кланяются, нет? Да, да. Образом поют. Поют. Да. Картинки есть у них в церквях? Есть. Если я переначну перечислять эти перечни, то возникает много вопросов. А как быть с заповедью «не убивай»? Убивают они или нет? Ну, на первый взгляд, конечно, нет. Ну, ладно. Они инвестируют святые деньги, собранные из бедных людей, под крышей десятина. Инвестируют они эти деньги в производство оружия или нет? Да. А это оружие делают для выставки или для чего?
для военных действий. Участвуют они в убийстве людей, да, они участвуют в войнах. И этот перечень, зато там они хвалятся, зато при этом мы не вкладываем деньги ни в табачную, ни в алкогольную, ни в мясную и молочную промышленность. Хвастаются при этом. Это как? И люди, сидящие на этих лавках, зная все эти документы, это не фикции и наговоры, продолжают сидеть и поддерживать эту корпорацию, чтобы исполнили слова пророка Исаии: «Вы поддерживаете руки злодеев». Вот в чем проблема. Но верный остаток провозглашает весть вместе с этим ангелом. «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее». И элементы Вавилона – убить всех тех, кто не согласен с трехангельской вестью. Поклонение Троице. Таких моментов очень много. Христос не мог умереть на Христе. Не мог. Потому что он Бог. С одной стороны, вроде правильно, раз Иисус Бог, но с другой-то стороны, а Бог не может умереть. Умерла его только человеческая природа. Вы когда-нибудь слышали такое классическое словоблудие? А Иисус говорит: «Я был мертв и все жив». А Павел тоже говорит: «Но если Христос не умер, то мы тогда Бога представляем лживым, потому что говорим, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, а Бог его не воскрешал». Вы видите, как сатана внедрил элементы Вавилона в эту деноминацию, которая была в начале своего пути, первые 50 лет ведома Богом, формируя правильные пункты веры. Прошло время, они опять унаследовали те пункты, против которых боролись в начале пути. Вы понимаете проблему? Поэтому давайте посмотрим отрывок. 19 глава. «Свидетели Иисусовы благодарят Бога». Посмотрите, за что совершается в начале суд. Уже мы заканчиваем. Я понимаю, что вы устали. За что заканчивается суд? Во-первых, сразу, когда читаем 18 главу, мы должны помнить 23 главу Евангелия от Матфея: «Дом ваш пуст». Здесь опустошение Вавилона, плач и горе. Горе вам, книжники и фарисеи, вас плачете и возрыдаете. И Иисус говорит: «Дом ваш пуст, я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Книга Откровения дана, чтобы мы могли собраться под крыльями Иисуса, стать его свидетелями». И те, кто не собирается под крыльями у Иисуса, гонят тех, кто желает собраться под крыльями Иисуса и следовать за Агнцем. Посмотрите последний стих. Читаем: «Суд. В нем найдены кровь кого? Пророков и святых, и всех убитых на земле». Это же напоминает слова Иисуса: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы убили пророков, начиная от Авеля до крови Захарии, сына Варахиина». Помните эти слова? Если внимательно сравнить лексику, то вы вспомните обязательно призыв слов Иисуса: «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, и уходите в горы». А те люди того времени говорят: «Не может быть, в субботу вы должны быть в храме». Священники говорят, гонят народ куда? А этот храм уже пуст. А Иисус говорит: «Бегите в горы. И где двое и трое, там, говорит, буду я». И если мы в горах собрались в субботу, Бог принимает такое поклонение? Да. Принимает. Если мы сегодня собрались дома, принимает? Принимает.
А если мы собрались в какой-нибудь мега-церкви, и где говорим мир и безопасность? А, кстати говоря, сегодня, знаете, можно как проверить? Дух Святой отходит сегодня от земли? Как мы можем определить? Даже не нужно быть сильно грамотным. Помните 20 лет назад, какой дух был в церкви, в которой вы находились? Да. А сейчас? А где же этот дух? А почему его нету? А потому что он оскорблен пренебрежением к настоящей истине. Поэтому, когда мы видим, что Дух Святой покидает землю, и человек греха восседает на престолах сердец тех людей, где ему не должно быть, народ провозглашает весть. Но Вавилон проливает кровь этих людей. И эти люди всех времен, которые помнят слова Иисуса «Подождите еще малое время», обличены в весон, находятся на брачной вечере Агнеца, и в первом-втором тексте что они делают? «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскала кровь рабов своих от руки ее». Вы слышите вот этот голос пятой печати? «Доколе святой истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Здесь люди всех веков, которые дополнили число из иудаизма, но они обратились из иудаизма в христианство, но не в адвентизм, не надо путать. И люди, которые вышли из всех деноминаций и стали следовать за Иисусом, собираясь под Его крыльями, они были за это гонимы, презираемы, обзываемы сектантами, еретиками. Здесь мы видим суд над всеми этими хулителями. И благодарим Бога, что Он исполнил слова, которые были проповеданы 144 тысячами в 14 главе. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». И причина – наступил час суда Его. Те, кто пренебрег вестью, будет судим вместе с Вавилоном. И в 10 тексте, последний текст, читаем: «Когда Иоанн увидел и услышал, что происходит?» «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Ангел, как служебный дух, принимает поклонение или нет? Нет, нет. Кто послал этого ангела, служебного духа, для тех, кто хочет наследовать спасение? Кто послал? Иисус. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях». Помните? И самое главное, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. А ангел говорит: «Я только сослужитель тебе и братьям твоим, которые приняли это свидетельство». Небо, оно называет нас братьями. Ангелы не стесняются называть нас братьями, потому что первый Иисус: «Возвещу имя твое перед братьями моими». Помните вторую главу послания к евреям, где Иисус не стесняется называть нас братьями. Поэтому служебные духи, то есть служебные ангелы, которые посылаются для нашего спасения, не стесняются называть нас братьями, но при этом они не принимают поклонения. Они говорят: «Мы сослужители вам». Но вот это свидетельство Иисусова, но греческое, есть дух пророчества, объяснений. Свидетельствовать можно только благодаря небу. Свидетельствовать об Иисусе можно только посредством духа пророчества.
Но скажите, пожалуйста, души убиенных, которые несли свидетельство об Иисусе, среди них была сестра Елена Уайт или нет? Нет. Она убита за свидетельство Иисуса? Нет. Убита она за трехангельскую весть? Нет. Я не говорю что-то противного. Я говорю, чтобы мы поняли библейское значение этого выражения. Давайте откроем первое послание в Коринф. Там описываются с 12 главы, если вы внимательно читаете все послание, а не урывками, описываются духовные дары. И Павел описывает преимущества пророчества перед всеми дарами, да? И посмотрите в 32 тексте, в 14 главе, что он говорит? 14 глава. Я говорю, с 12 главы он начинает подробно описывать дары. 13 глава, что любовь – совокупность всех даров. И в 14 главе он описывает, как практически нужно применять духовные дары. И в 32 тексте что он говорит? «И духи пророческие послушны пророкам». Спасибо. Дайте сейчас я открою тоже. И духи пророческие что? Послушны пророкам. Ну, что-то напоминающее есть или нет? Дух пророчества, духи пророческие, послушны пророкам. Ну, чтобы мы возьмем эту тему отдельно с вами. Но, тем не менее, посмотрите, о чем здесь говорит Павел. «И духи пророческие послушны пророкам». Как это может быть? Я вам только кратко скажу. Лот пророк или нет? Пророк. Откуда знаем? Он же пророчествовал о суде. Но ему не поверили. Его зятьям показалось, что он шутит. Ему ангелы сказали, иди пророчествуй. А был ли ангел послушен пророку? Ангел выводит Лота, а Лот говорит, туда не могу, вот сюда давай. Ангел говорит, хорошо, и в угоду тебе это сделаю. Есть такое или нет? Да. Таких мест очень много. Маной удерживает служебного духа, говорит, погоди, никуда не уходи. «Пока я тебе не приготовлю козленка». Говорит, «Ну я не буду есть». Тот начинает говорить, «Нет, не отпущу». Говорит, «Хорошо, в угоду твою я сделаю, давай». Ангелы, как служебные духи, сотрудничают с теми, кто желает наследовать спасение. Поэтому если мы, как думающий народ последнего времени, скажем, как я хотел сказать, в Нежине, что дух пророчества, слава Богу, я удержался. Это Господь удержал сказать такую нелепость. Что дух пророчества – это только Елена Уайт, то вы лишаете Бога его прерогативы. Он дает этот дар всем, кто примет откровение Иисуса Христа и будет нести это свидетельство, чему надлежит быть вскоре. Поэтому об остатке в заключение открываем книгу пророка Михея. Нам интересна 5 глава, 7 текст. Пожалуйста, кто прочитает, каков остаток в глазах неба? «И будет остаток Иакова среди многих народов, как краса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых». Сегодня в адвентизме, я почему говорю, я их не критикую? Потому что я там понял, что значит находиться под влиянием Божьим и под влиянием человеческим. Остаток не будет полагаться на кого? А на кого будет полагаться? А сегодня мне сколько пишут и звонят. Брат, а мой пастор сказал. Брат, а вот я там прочитала. А мне авторитет, что Иисус сказал. Разницу замечаете? Иисус говорит, и будет один пастор.
и одно стадо. Вот остаток, этот остаток. Вначале куда-то войдет и выйдет. И только тогда пажить найдет. И Бог говорит, и будет тогда у тебя один пастор, если ты выйдешь, и одно стадо. Но сегодня мы не знаем. Знаете, хорошая модель, я извиняюсь, что забираю у вас столько времени. Илья думает, что он один. Но он не знает об остатке, который вокруг него. Вот вам модель, проекция. Мы не можем думать, что я один. Бог говорит, да ты не знаешь, у меня по всему лицу земли есть люди. Ты делай то, что ты должен делать. А эти люди сами со мной разберутся, они сами будут нести то служение, которое я им поручу. Но таких людей достаточно. Их полное число, за это не переживай. Тебе не надо считать, сколько нас, сколько вас. Зачем вам это нужно? Поэтому пророк Иеремия говорит, кто надеется на пасторов, кто надеется на президентов. Кстати, это вообще не библейское имя, мирское, президент. Конференция. Где в Библии слово «президент»? Это что за слово такое? Поэтому если мы остаток, у нас один пастор и одно стадо, которое хочет собраться под крыльями своего ходатая. Еремея, 17 глава, 5 стих, в заключении читаем, пожалуйста. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и который сердце удаляется от Господа. Из 7 текста по 8 описывается верный остаток, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестанет приносить плод. Вся земля терпит духовную засуху, как во время пророка Ильи. А у Ильи есть вода и все необходимое. Если мы хотим быть верным остатком, мы не можем надеяться на сынов человеческих, потому что эти люди названы проклятыми. Но блажен человек, который надеется на Господа. Он подобно Илье во время засухи, во время духовной засухи, когда Дух Святой покидает землю, потому что служебные духи, которые желают сотрудничать с отступившим протестантизмом, чтобы поставить их на библейские рельсы, хулят Святого Духа. Поэтому слава нашему Господу за то, что мы можем знать из Библии, как должен выглядеть тот остаток, который представлен нам не в той или иной деноминации, не в той или иной конфессии, не в той или иной корпорации, но на страницах Священного Писания. Поэтому давайте поблагодарим Господа и попросим Его благословения, чтобы нам сохранить верность и привязанность своему Богу. Пожалуйста. Добрый и любящий Господь, Отец Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за Твое откровение, что Ты помогаешь нам понять миссию Твоего остатка, который называет не сам себя таковым, но Ты называешь его теми, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса, свидетельствует о Тебе.